Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlarim, obunachilarim. Men bugun Turkiyani sharqiy sharq tomonida joylashgan Turkiyani Ilazik shahridan 25 kilometr masofasida joylashgan Xazar ko'lidan sizlarga nima deydi, o'sha ko'lni ko'rsatmoqchiman. Bu yerga keldim. Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости канала. Сегодня я приехала озеро Хазар, которое находится от города Элазик около 20-25 километров. Это озеро очень большое. В длину она 80 километров, а в глубину примерно 200-215 метров. Здесь, естественно, водятся, значит, рыбы, какие разновидности. Сазан тут есть и алабалык называется, да, вот эти вот рыбы есть. Ну, сегодня середина недели, поэтому народу здесь нету, это жители, значит, местности, города Элазик сюда приезжают отдыхать с семьями. И есть здесь зоны пикника, где есть мангалы, и люди здесь отдыхают. Кроме этого, здесь есть коттеджи, гостиные дома. Могут, значит, приходить сюда и туристы, и жители этой местности, и отдыхать. Видеть эти, как прелести этого озера. Здесь прохладно, но вода теплая. Я, значит, опустила руку, и, значит, вода теплая, можно купаться. В общем, давайте будем смотреть это озеро. А пока говорю вам пока-пока. Вот здесь ветерок сейчас дует, да, поэтому такие вот волны. Вот само озеро, тут волны и есть чуть-чуть из-за того, что ветер, такой ветерок, я бы сказала, дует нежный, приятный, поэтому вот такие вот маленькие волны есть. Вон вдали чайки. Вот они, чайки. Видите?
Вот. Сейчас одна влетела. Вот еще чайки, видите? Вот они. Погода прекрасная. Сегодня передавали 34 градуса, но здесь не 34, ниже здесь. Не жарко, не холодно. Такая вот. Вот такое озеро. Сейчас пойду чай попью. Вот мангалы. Здесь их несколько. Видите, там есть и здесь. Люди приносят свои продукты, там мясо, все. И здесь готовят. А там лежаки есть, вот они, да? Можно здесь, ну, как бы купаться еще. Скамеечки. Сейчас поднимусь наверх. Ох, вот такой тут лес арчевый. Здесь вот кафетерия, видите? Здесь вот попью чай. Вот такой вид. Вон там уже есть люди. Видите? Вот дикие утки, детеныш уток. Видите? Вот он, вот он. Вот он. Видите? О, куда она делась? О, где она? Воду пьет. Смотрите, вот она. О, вот она. К воде пошла. О, к воде пошла. Дикие, смотрите, прелесть, беленькие такие. Давайте мы здесь посмотрим. Вот они здесь еще есть, вот они, их тут много. О, вот, вот он, о, они травки кушают, вот они. Травки, цветочки. А эти утки плывут себе, плывут. Их стало 5. Смотрите, они прям в ряд построились. В ряд построились, а? Умницы. Загорают. Рыбки ловят, кушают. О. Да, вон. И водички пьют. Да, отдыхают тоже. Как я. Где? Что-то еще разговаривают между собой.
Ну ладно, до свидания. Вам до свидания. Thank you.